Опа-на, салам алейкум, братанчики. Чтобы вы понимали, это уже 35-я серия пути бомжа Бейстика на просторах онлайн РП. Но это тормозите, если вдруг вы хотите поиграть на проекте вместе со мной, то просто скачивайте игру по ссылочке в описании, залетайте на сервачок Гавайи, после захода вводите промокод хэштег Бейстик. И чтобы вы понимали, Видя и Вова абсолютно бесплатно получите 120 тысяч, ну а также спорткар Nissan GTR. И кстати, под прошлой серией вы набрали 250 лайков, и донатик забирает вот этот вот челик. Сколько лайков вы соберете на этой серии, столько доната я и разыграю в следующий раз. Залетел я сейчас на сервер, мне дали 75 тысяч за приглашение игрока. Блин, сейчас придется вернуть их в банк. Сейчас мы быстренько бежим туда. Закидываем 150 тысяч, которые нам пришли с рефералки. Все отлично. Ну и появляемся в семейном доме. У меня просто одна темка есть. Ну и нам нужно вырастить немного лекарства, которое у меня отжали менты. Сажаем одно семечко. Лутаем 11 грамм. Сажаем еще. Ну и лутаем еще 4 грамма. Я думаю, нам этого хватит. Ладно, че, спам. Помним сейчас мотик, прыгаем в него, летим до ближайшего магаза. А, ну круто, я забагался вообще. И как мне отсюда вылезти-то? Напишем админам. О, ответили. Ну и все, меня вытащили, отлично. Мой скутер, блин, забагался. Ну ладно, спавним его по новой. Ну и снова летим к магазу. Да ё-моё, транспорт зареспавнили, вы чё издеваетесь? Спавним мотик, блин, третий раз. Ну я надеюсь, то, что сейчас все будет нормально. Ема, неужели я подъехал? Залетаем в магазик, покупаем локатор, лопату. Давайте сразу его юзанем. Поставим меточку, купим еще один. Ну и теперь быстренько полетим на место. Так, ну в принципе все, подъехал я на место. Сейчас ищем тут клад. А, ну в принципе вот он у нас. Юзаем лопату, нам выпадает канистра с топливом и какая-то оленина. Чего, блин? Печально, конечно, но ладно. Давайте сейчас чекнем, что у нас по бизнесу. Финка пришла всего 600, серьезно. Подоходим. Ходом все просто ужасно. Ладно, что, снимаем эти бабки? Оплачиваем налоги в 17 тысяч. Ну и быстренько летим к нашему бизнесу. Ну, в принципе, все, я на месте. Сливаем нафиг этот бизнес гос. Получаем с него 369 тысяч и теряем 41. Фиг с ним. И как бы слетит он завтра в час. Нормально. Как вы знаете, этот бизнес я брал ради эксперимента. Посмотреть вообще, окуплюсь ли я с него, либо же уйду в минус. И как вы видите, я ушел в минус где-то на 140 тысяч. Ну, ничего страшного, мы эти бабки быстро отобьем. Давайте сейчас быстренько сгоняем до агентства недвижимости. Так, ну, в принципе, все, я подъехал. Залетаем сюда за 3 тысячи. Ну и чекаем, что тут вообще есть. К сожалению, слетов тут никаких интересных нету. Ну и на аукционе нифига интересного не висит. Ладно, че, прыгаем в мотик. Отслеживаем авиашколу. Находится она возле Лас-Вентураса. Ну и че, погнали туда. Просто, пацаны, я как бы добился 10 уровень. И теперь я могу с легкостью устроиться на работу пилота. Мне просто крайне интересно, сколько там платят бабок, и я хочу ее попробовать. Так, ну в принципе все, приехал я на место, мне бы еще знать, как туда заехать. А, ну вот, шлагбаум есть, нормально. Сейчас нам нужно узнать, что вообще тут да как, поднимаемся. Чтобы получить лицензию на воздушный транспорт, вам нужно выполнить следующие действия, изучить правила, оплатить 5000 и сдать практический экзамен. Нажимаем далее. У вас уже есть лицензия на воздушный транспорт, чё? Честно, я не знаю, откуда она у меня, ну ладно. Сейчас мы, короче, отслеживаем аэропорт Лас-Вентураса, ну и мчим туда работать. Так, ну в принципе все, вот он наш аэропортик. Оставим мотик где-то подальше, ну и для того, чтобы его не выгрузили. Вот наша меточка, подходим, вы хотите начать рабочий день пилота, да? Вы не устроены на работу пилота воздушного судна? А, походу в мэрии нужно устраиваться, ну ладно, сейчас туда доедем. Снова, блин, садимся на мотик. Ну и фастиком летим в мэрию. Все, отлично, я доехал. Благо, этот скутер очень быстро гоняет. Залетаем, короче, в мэрию. Увольняемся с текущей работы. Ну и устраиваемся пилотом воздушного судна. Представители организации не могут трудоустроиться на эту работу, серьезно. Видит бог, я не хотел этого делать. Переходим в улучшение персонажа. Приобретаем рюкзак за 20 тысяч. Скрытность за 50. Решительность за 70. Прописываем команду slash leave. И, к сожалению, мне придется на некоторое время покинуть
покинуть организацию ЛСПД, в которую я так долго вступал. Ну ладно, пацаны, все ради вас. Устраиваемся, короче, пилотом, все отлично. Я надеюсь, то, что эта работа оправдает мои ожидания. Я просто думаю, то, что там платят 1100 за рейс. Ладно, прыгаем на мотик, отслеживаем аэропорт ЛС, ну и фастиком едем туда. Чтобы вы понимали, он находился прям очень близко ко мне, так что я уже тут. Снова подбегаем к маркеру, вы хотите начать рабочий день, да? О, нифига, тут есть два типа рейсов, давайте зачекаем пассажирский. Вообще тут имеется 4 различных самолета, но мне доступен только первый, так что устраиваемся. Это у нас вот такой вот самолетище, ошалеть. И как я понимаю, сейчас нам нужно подлететь на вот эту вот меточку для того, чтобы дождаться погрузки пассажиров. Ну, в принципе, да. Можно пока что хилку заюзать. Ема, что я наделал? Походу, мне нужно дождаться момента, пока эта погода пропадет. О, все, неужели? Как я понимаю, сейчас нам нужно поднять наш самолетик. Он очень быстро слетает, это кайф. Ну и сейчас нам нужно лететь на меточку. Она у нас сразу в аэропорту, отлично. И самолет, кстати, на самом деле имбовый, он прям очень быстро летит. Кстати, небольшой лайфхак для того, чтобы набрать хорошую скорость, вы сначала поднимаетесь вверх, ну а после резко идете на снижение, и он набирает реально колоссальную, блин, скорость. Только главное, вот, блин, ни во что не вшататься. Ну, в принципе, все, я уже возле аэропорта. Еще бы знать, с какой стороны мне самолет сажать. Я парень рисковый, прям вот так вот попробую его посадить. И мне нужно было в другую сторону, понимаю. Ну, ничего страшного, сейчас развернемся. Вот так вот, с кайфом. Сажаем наш самолетик. Подлетаем к вот этой вот меточке. И мы получили всего 5200, чё? Ладно, продолжаем работу. Отправляемся на погрузку. Дожидаемся ее. Ну и, как я понимаю, сейчас нам нужно фастиком долететь до Лас-Вентураса. Честно, я чё-то немного разочарован в этой работе. Лей, чекайте, сейчас трюк покажу. Вот так вот аккуратненько идем на снижение и прямо под мостом пролетаем. Ема, хорошо, я не ушатался. Ладно, в игрушки нам играть не надо, летим. Буквально за 2 минуты мы сюда долетаем, нормально. Сейчас нам снова аккуратненько нужно подсадить самолетик. Ну, в принципе, сделать это проще простого. Останавливаемся и получаем 4500, ну нафиг, завершаем. Сейчас посмотрим, что вообще за грузовые рейсы есть. Начинаем рабочий день, выбираем грузовой. Выбираем вот этот первый самолетик. Ема, это что за малышка? Ладно, летим на погрузку. Ема, это как я сюда должен подъехать? А, вон, нормально. Так, ну все, нам говорят то, что мы можем взлетать. Вот этот чекпоинт, мне кажется, тут реально лишнее. Я задолбался его брать. Ладно, все, идем на взлет. Приземлиться нам нужно будет в летной школе. Ну кайф, че, летим туда. Тут дофигища мостов, и я просто не могу пострадать какой-то фигней. Вая, это что такое? Вот так с кайфом сюда залетаем. А, нифига, мы уже прилетели. Ой-ой-ой, опасненько. Ладно, все, приземляемся, ё-моё. Тихо-тихо, брат, мы сможем. Все нормально, не кипишуйте. Нам просто нужно как бы закончить этот рейс. Так что прям аккуратненько туда летим. А, все, отлично, мы получили 600. Вот тут уже нормально платят. Продолжаем работу. Только как на таком самолете я вообще летать должен? Ладно, подъезжаем к загрузке. Загружаемся. Ну и теперь нам нужно лететь в Лос-Сантос. Ема, чтобы вы понимали, он вообще не поднимается. Как мне на нем лететь, алло? А, я из него выйти могу. Даже починить, ничего себе. Так я еще и какой-то квест выполнил. Ладно, все, подлетаем. Чего, блин, на нем даже какие-то пушки стоят. А нафига это надо? Ладно, все, летим в Лос-Сантос. Ема, чуть в воду не улетел. Ну, в принципе, я уж почти на месте. Посадочная полоса тут просто гигантская. Так что сейчас с кайфом разворачиваемся. Ё-моё, я обосрался. Как я, блин, разбился, алё. Ладно, начинаем рабочий день. Снова выбираем растлер. Загружаемся. И чё, лететь нам нужно в Лас-Вентурас, так это же имба. И не пойму, как сделать так, чтобы он эти колеса дебильные сложил. Я весь самолет разбомбил, ошалеть. Ну чё страшного, сейчас починим. Аккуратненько его на дороге поднимем. Ема, еще не хватало мне в военку залететь. Все, неужели он сложил колеса, можно нормально лететь.
лететь. А, ну во, все, уже взлетно-посадочный полигон. Как его нужно сажать? Вот прям крайне аккуратно делаю, во, нормально. И он все равно чуть ли не взрывается. Ладно, все, идем на разгрузку. И получаем 600, ничего себе. Вот на грузовом прям нормально платят. Так я еще и вылетел, круто. Не, ну если сравнивать эту работу с автоперевозками, то по сути тут платят нормально. Хотя у меня такое ощущение, то что на автоперевозках вы, бывает, получаете больше. Хотя плюс этой работы в том, то что она не требует никаких вложений. Тут у вас имеется фиксированная цена, а также система повышений, на которой, если вдруг вы повыситесь там, допустим, на 4-й ранг, то вы сможете получать огромное количество бабок. Я думаю, вы поняли. Залетел я, короче, на сервер на следующий день. Время у нас 13:50. К сожалению, набора в ЛСПД пока что нету, поэтому нам нужно будет заняться своими делами. Спавним сейчас мотик, юзаем локатор. Меточка у нас, в принципе, недалеко. Так что сейчас мы быстренько едем туда, пока что его не забрали. Так, ну все, я приехал, кладик тут. Юзаем лопату. Нам выпадает какая-то бело-черная шапка, а также серая шапка в полоску. О, мы еще и квест на 25 тысяч выполнили, отлично. Блин, вот эта шапка, кстати, годная. Прям под мотик идеально подходит. Но, блин, печально то, что с этого клада мы нифига не окупились. Давайте сейчас фастиком долетим до рынка. Ну и сейчас чекнем, что у нас тут вообще есть. К сожалению, нифига тут ничего интересного я не нашел. И у меня появилось огромное желание сгонять в барчик. Не, ну а может нам повезет и мы что-то выиграем, кто знает. Залетаем сюда за 3000. О, тут, кстати, дофигища народу играет. Меня сразу кидает на 10, проигрываем. Кинул я чуваку на 10, выиграл. Кидаем еще, проиграл. Ну и еще. Че он отказывается-то? Ладно, попробую другим покидать. Проигрываем, выигрываем, проигрываем. И он отказывается, серьезно? Не, сатан, я не буду играть. Но вот на 26 можно, выиграли, отлично. Короче, ничего тут интересного нет, погнали лучше поработаем. По пути я решил заскочить в ларек. Нам нужно похавать, а то я сдохну. Также можно немного закинуться. Ну и теперь с кайфом полететь в мэрию. Так, ну все, увольняемся с работы пилота. Устроимся, допустим, на развозчика. Ну а сами фастиком полетим в порт. Ема тут народу. Смотрим, что у нас по тачкам. Ема, так-то их прям много. На 74 сходу закупился, кайф. Только вот, блин, я не посмотрел, куда нам вообще нужно ехать с ними. Давайте сейчас фастом чекнем. А, я не могу, понимаю. Ну ладно, погнали до салона ЛС. Так, ну все, я приехал. И в принципе, да, это все нам нужно было привезти сюда. Сдаем, получаем 100 920, ошалеть. Ну и летим обратно в порт. Ну, в принципе, все, мы пригнали, забираем бабосы. Сразу бежим к Генычу. Блин, тут уже тачки поменялись. Вышло у меня всего на 68 тысяч, ну ладно. Что делать, полетели снова в ЛС. Так, ну все, я приехал. Сдаем это все. Лутаем 94 тысячи, че? Ладно, летим обратно в порт. Забираем бабки. У нас чистыми с этого заказа вышло 26 тысяч, прям хорош. Как я понимаю, тут сейчас будут те же самые тачки. Ну, в принципе, да. Берем все то же самое на 68. Ну и снова летим к салону ЛС. Снова все это сдаем. Лутаем 94к. Летим в порт. Да вы прикалываетесь, вылетело. Причем не просто зависло, а прям вылетело, блин. Не, ну круто, что я могу сказать. Появляемся на месте выхода. И опять вылетаем. Это что, прикол какой-то? Ну-ка, тормозите. Появляемся еще раз. Ну, вот сейчас все нормально. Блин, что делать? Придется собрать велик. Ну и на нем фигачить до порта. Ну, в принципе, все, я приехал. Да, конечно, обидно потерять 94 тысячи, но, блин, что делать, нам нужно работать. Тачки у нас, в принципе, не изменились, снова их набираем и летим в салон ЛС. Так, ну все, снова тут это все сдаем, летим в порт, лутаем тут свои бабки. Балик уже 2 ляма 713, отлично. Бежим, короче, к Гене, снова берем все эти тачки. Ё-моё, я на 50 тысяч случайно закупился, ну ладно. 3 машины всего загрузил, вот дурак. Ну ладно, отвезем хотя бы что-то. Так, ну все, сдаем это все. На 77 тысяч, кстати, нормально. Едем снова в порт. Так, ну все, забираем бабосы. Тут мы чистыми получили где-то 21 тысячу. Печально, конечно. Но ничего, сейчас нормально закуплюсь машинами. На 68 700, отлично. Летим к салону. Так, ну все, выгружаемся. Так, ну все, лутаем бабосы. И мне кажется, сейчас нужно перезайти. Просто вылетать еще раз я, честно говоря, не хочу. Ладно, все, закупаемся. Фастиком летим в порт. Так, ну все, сдаем. Летим снова в порт. Забираем бабосы. И, мам, мне так приятно наблюдать за баликом. Снова ловим все тот же заказик. Ну все, полетели в салон. Так, ну все, я приехал.
приехал, сдаем машины, снова летим в порт. И стой, нет! Фух, про каналы, я уже думал, все, габелла. Все, снова получаем бабки. Балик у нас 2 ляма 811, отлично. Кстати, через 13 минут обновятся запросы покупателей. Так что нужно быстренько возить эти заказы, а то как бы могут выпасть заказы хуже. Так, все, отлично, выгружаемся. Летим снова в порт. Лутаем бабосы. Ема, сейчас нужно еще один успеть довести. Но мне лучше перезайти. Так, ну все, снова ловим этот заказик. Летим все это отвозить. Выгружаемся. Снова летим в порт. Забираем бабосы. 5 минут до обновления. Ну, в принципе, я успею еще один отвезти. Так, ну все, разгружаемся. Снова летим в порт. Так, ну все, сдаем, забираем бабосы. Балик у нас почти 2 ляма 900. И, чтобы вы понимали, совсем скоро уже пройдет набор в ЛСПД. Так что что, собираем шарик. Ну и быстренько летим туда. Ну все, я прилетел. Прям тут можно посадить наш вертолетик. И вот так вот с кайфом спуститься. Все, короче, забегаем. О, тут уже ребят набирают. Ну ладно, что, подождем. А, ема, Юки их обыскивает. Давай сейчас сгоняем до мусорки. Закинем сюда незаконные вещества. Ну и, в принципе, все, я чист. Мне сказали то, что нужно ждать гособъявления. Типа, только тогда набирать будут. А, ну, в принципе, вот оно. Давайте, что ли, встанем за стоечку. Ну и все, ко мне подбежали. Обыск? Я чист. Ну, сейчас они это проверят. Ема! Оба! Че? У тебя ничего нету. Ага. А че он говорил, ема-то? А, мне Юки сразу решил форму выдать. Ну, в принципе, хорошо. Он просто знает, для чего я выбывал. Спасибо. Снимем нафиг эту дебильную шапку. Ну и сейчас нам нужно залететь на форум. Ищем тут сервер Гавайи, государственные организации. Вот оно, Министерство юстиции. Нажимаем на ЛСПД. Переходим в полицейскую академию. Заявление на выход из академии. И теперь нам нужно оформить все вот таким вот образом. Сейчас нам нужно залететь на сайт МГУР. Перекинуть сюда все наши фоточки. Скопировать ссылку. Ну и начать все это заполнять. Имя у меня Брайан Бенетти. Сдал Эмиранду, УК, АК и Устав. В доказательство мы прикрепляем вот этот вот скринчик. Дата и подпись. 13.12.2023. Прописываем 13.12.23. Ну и любую подпись. Допустим, ББ. Отправляем ответ. Вот так вот он у нас выглядит. Ну и теперь нам нужно просто ждать.